Всем привет! В ремонте Opel Astra. Замена топливного фильтра. Скоро зима, так что рекомендуется его поменять. Так, вот номер. В комплекте входит сам элемент топливный и две резинки. Сам элемент и две резиночки. Так, воздухом обдуваем, чтобы меньше мусора было. Так, снимаем фишку. Здесь должен быть язычок, он отломался. Если он есть, приподнимаем и снимаем. Убираем в сторону, чтобы нам не мешало. Так, теперь звездой Т30 откручиваем центральный болт. И поднимаем корпус. Так, видим топливный элемент. Откачиваем лишнее топливо с колбы и смотрим, чтобы внутри было все чисто. Когда откачали топливо по максимуму, берем бумажную салфетку, накрываем и воздухом выдуваем. Вот так делаем пару раз, чтобы избавиться от остатков. Когда колбу продули воздухом, берем очиститель карбюратора и домываем все элементы. И также берем салфетку и выдуваем воздухом. Процедуру повторяем, пока там будет чисто. Ну вот, уже почище стало. Колба чистая. Теперь, чтобы не завоздушить систему, налили 200 грамм дизельного топлива и меняем резинки. Одна резиночка на самом болту. Так, надели ее, а вторая именно по корпусу идет, вот эта большая. Смазали ее силикончиком. Так, поставили. Все, теперь топливный элемент.
и саму крышку. В самом корпусе есть направляющие пазы, так что совмещайте и зажимайте болт. Все, рукой больше жать тяжело, немножко ключиком нажимаете. Все, этого будет достаточно. Так, не забываем ставить фишку на место. Так, фиксатор. И все, и на этом работа закончена. Заводим машину, смотрим и ищем головку. Вроде бы туда упала. Вот так. Всем удачи. Пока.